Решила навести порядок в своей дамской сумочке, но любопытный товарищ заметил деньги и решил поживиться. 48-летний житель краевой столицы украл у своей знакомой 22 тысячи рублей. Как рассказали в полиции, компания устроила пьяные посиделки в одной из квартир на 5-м километре. В какой-то момент одна из дам решила, что пора навести порядок в своей сумке и поспешила все оттуда достать. А ее знакомый, который находился рядом, посчитал, что надо воспользоваться моментом, выхватил деньги, которые женщина держала в руках, и убежал. Правда, бегал он недолго. Его задержали сотрудники полиции. Уже возбудили уголовное дело. Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.